Дорогие друзья, с вами, как всегда, Ник. Мы продолжаем играть с ней в различные Android-игрушки и возвращаемся в Hungry Shark Evolution. Давайте мы заберем награду. Блин, жалко, здесь нельзя, типа, в разные дни заходить, чтобы получать очки. В итоге у меня этого... это рекорды какие-то. Из самой глубины соберите как можно больше субмарин, используя Кракена. Ну, Кракена у меня пока что нет, так что как-то так. В настройках не появилось настроек графики? Вроде бы нет. Есть только управление наклоном, поддержка, настройки конфиденциальности. В расширенных настройках тоже ничего нету. То есть здесь в основном советы, кредиты и данные указаны. То есть графику тоже вроде бы как-то особо не настроишь. Ну или я, по крайней мере, не знаю где. Вооружить. Мы можем вооружить нашу акулу, как я понимаю. Чем мы можем ее вооружить? У нас сейчас акуленок стоит, но мы можем, наверное, что-то еще приобрести. Можно бейсболку купить, кстати, очки даст 5%, либо кепку. Еще есть у нас ошейник, акулий водоворот, повязка на глаз, реактивный ранец, который почему-то вопросительные знаки. А, вот 900 алмазов стоит. А почему написано вопросительные знаки? Тикеты я не хочу пока покупать. Акулий манок, это что за хрень? Дополнительная ячейка для особого детеныша акулы. То есть можно, получается, два акуленка с собой носить. Нифига себе, жесткая. И, в принципе, больше я тут ничего особо такого не вижу. Бронежилет, я думаю, и защищает от одной бомбы, а противоядие от одной медузы. Но это нас особо не интересует. Давайте мы тогда прокачаем нашей акуле скорость и пойдем уже кушать людёв. Поехали. Пойдем сожрем их всех. О. Ура! И сразу такой акуленок тоже маленький. Так, поехали. Ммм, вкусная, вкусная, какая вкусная бомба. Так, какого черта акула? Лезут на меня. Так, хватит. Хватит есть бомбы. Надо кнопку ускорения реже использовать. Так, это мой акуленок, я хотел его съесть. Так, тут медузы, они прямо сразу сверху находятся. Я пока по стартовой локации, наверное, поплаваю. Не буду особо забуриваться в лево или право. Здесь пока еще, в принципе, мне еды хватает. Я еще не настолько большой, у меня не настолько высокий голод. Я могу спокойно хавать рыбу. Ой-ой-ой-ой, там мина, надо быть аккуратнее. Ой-ой-ой, здесь мина. Так, тюленя, схаваем. Ой, там скаты, надо уходить. Скаты это нехорошо. Интересно, я могу вот сюда проплыть? Да, могу. Отлично. Так, теперь возвращаемся обратно. О, золотой крабик. О, молодец, акуленок. Топовая тема. Так, ну теперь можно, я думаю, уже отправляться в эту сторону. Золотая акула! О, дайвингист. Дайвер, если быть точным. Золотой человек, обязательно его захаваем. Идите сюда! Есть! Захавал даже того чувака, который был, по сути, на берегу, не в воде. О, тут есть это, портал. Сейчас лихорадка закончится, и мы с вами туда тоже пойдем. Мне понравилась просто эта тема, которая вот в этом портале находится. Это, собственно, здесь... мало опасности, скажем так, для нас. Но при этом достаточно много жирной еды. Мне эта локация нравится именно поэтому. Золотые люди! Так, золотая лихорадка. Мне бы вот этих двух чуваков сожрать сейчас. Время увеличено. Это, видимо... А, да, видите, здесь есть... На этой локации можем ограниченное количество времени находиться. Я только сейчас это заметил. Сверху есть таймер, который вообще указывает общее время, сколько мы играем эту катку. И есть еще таймер зелененький. Он показывает, сколько времени осталось нам проводить на этой локации. Так, можно еще даже подальше поплыть, посмотреть, что есть тут еще на более, так сказать... в дальних берегах. Так, есть какая-то штука непонятная.
О, молодец, акуленок. Так, захаваем еще человека. Блин, я чуть не застрял. Так, что у нас здесь? Пингвинчики. Ну, они пока меня особо не интересуют. Можно вот рыбку поесть. Она тоже золотые штуки дает. Ай-яй-яй-яй-яй, серьезно? О, слава богу, я не умер. То есть, если меня убивают на той локации, я не умираю, я возвращаюсь обратно. Так, а вот эту штуку я бы хотел сам захавать. Они вроде меня боятся. О, я уже слишком большой. Так, лучше вот эту штуку не трогать, потому что мы ее не убьем. Так, здесь этот вентилятор дурацкий есть. Ой, самолет-то аккуратнее. Хотя, наверное, его сломать можно или типа того. Да долбанные морские котики, еще и скат. Нет, я не хочу умирать, еще слишком рано. Что с моей акулой? Почему она не двигается? А вот все нормально. Ската тогда захаваем. Что-то акула моя странно себя ведет рядом с этой штукой прыгающей. Ай. Ай. Так, здесь очень аккуратно передвигаемся. Здесь много мин. Так, но запас здоровья основной мы восполнили. Давайте я уйду лучше с этой локации. Мне не нравится, что здесь слишком много мин. А здесь скаты есть, как я вижу по заднему фону. О, зашибись. Ой, я могу скатов сейчас жрать же. В золотой лихорадке. Даже тех, которые больше меня. Так, вот эти рыбки, я бы хотел их захавать на самом деле. Серьезно, котик, ты маленький. Какого фига ты нападаешь на меня? Бонус увеличен. Так, акулы на меня нападают теперь. Вы что, офигели там, что ли? Когда, видимо, золотая лихорадка, меня особо дамажить не могут все подряд. Ой, нифига себе! Нифига себе акула, конечно! Это что за дичь? Как я должен был с ней справиться, объясните мне. Но, видимо, ладно, поиграно, собственно. Но мы получили уровень, и мы сейчас еще сможем прокачать нашу акулку. Такс. Первым делом я бы хотел реально ее прокачать, а следующая акула у нас стоит 6000 монет, это очень дорого. А что горит, это типа за со скидкой? Да, 20% скидки, но это слишком дорого для меня пока что. Давайте мы лучше прокачаем нашу акулу для начала. 3 апгрейда, зашибись, ну и погнали дальше. Следующий заход. Лучший результат, 5 минут 23 секунды. Такое ощущение, что это был вот сейчас лучший результат, потому что мы достаточно долго с вами жили. Так, поехали. Ам-нам-нам, какая вкусная мина. Какие мины сладкие. Да долбаны. Все подряд, короче, меня пытается уничтожить. Кстати, интересно, если я буду вот так вот просто жрать мины, которые есть на локации, они рано или поздно закончатся, ведь получается? То есть, если они закончатся, что... Логично, значит, что они не будут мне больше мешать. Это так ведь? Или они будут респавниться заново, и мне придется их снова, я могу на них наткнуться случайно. Ой, не-не-не-не-не, скаты меня не особо интересуют. Я еще слишком маленький, чтобы со скатами воевать. Так, давайте... Ой-ой-ой, не-не-не, не надо. Еще и дайвер, зараза. Но я его захавал хотя бы. Что-то здесь опасно. Здесь, видимо, частично рандомная генерация, потому что... Но не совсем полностью уж рандомная. Потому что иногда... Да задрало, хватит меня трогать. Хотя, может быть, здесь и одна локация. Просто мне кажется, что как будто генерация чуть-чуть разная ведь со временем. Ладно, на берег я уже не пойду. Хотя... Иди сюда! Ладно, я не могу до него достать. Восстановим немножко запас здоровья. Ой, бутылочка. О, закрыт сейчас этот портал, он закрыт. Он, видимо, раз в день обновляется или раз в несколько часов. Ну, что-то вроде того, мне кажется. Так, здесь можно еще полетать немного. Халява!
Захавал, короче, этого. Так, иди сюда тоже. И дайвера захватим тоже с собой. Акулка есть. Давайте попробуем вниз сходить. Я еще вниз не ходил. Отлично, блин, сходил вниз, мать твою. Мне нужна еда. О, рыбки. Ай, я застрял. Я двигаться не могу. Почему-то рядом с этой штукой акула очень часто застревает. Вот рядом с этим. Я не могу двигаться. Так, ну тюлень меня нафиг убьет, поэтому надо быть аккуратнее с ним. Вот, все, я восстановил здоровье. Теперь можно более-менее спокойно передвигаться. Да, я могу ежа даже, когда он уже выпустил иглы, сожрать, если идет золотая лихорадка. И рыб львов тоже жрать, соответственно. Так какого хрена ты на меня рыпаешься? Ты меньше меня в 10 раз. Тупой тюлень. Так, аккуратно здесь проплываем. Да какого хрена? А я ее сожрал, серьезно? Офигеть. Я сожрал огромную просто акулу. О, халява. Крабики. Видели, какую огромную акулу я сожрал? Какую-то зеленую, непонятную. То есть, по сути, можно жрать, получается, даже больше те, кто больше намного, чем ты. И главное, подойти сзади. Скаты. Ну, хрена ты на меня рыпаешься вообще? Иди сюда. Ты моя пища. Так, где-то тут человек был, по-моему. Иди сюда. Здорово. Чайки? Или эти пеликаны, фиг его знает. Ом-ном-ном-ном-ном. О, тунец! Сладкий, сочный тунец. Черепашки? Чертовы морские котики! Они сейчас меня убьют, их два. Ну, я их обоих захавал, зашибись. Так, а медузу не трогаем, она опасная. Там акулы есть, они тоже опасные, но мы их захаваем. Потому что ибо нефиг на меня рыпаться. Блин, они меня атакуют, затем убегают. О, здорово, дайверы. О, они пытаются у меня попасть своими долбанными... А-а-а! Чёртовы медузы. Я умираю. Тунец, ты спас меня. Твою мать. Где тунец? Тунец. Не оставляй меня. Отлично, хоть чем-то захилился. Но мне надо больше хила. Мне надо до хила. О, золотая статуэтка какая-то. Еще и пир на весь мир. Какого хрена ты меня атакуешь? Ты уже слабый стал. Да отвалите от меня. Эти тюлени это что-то с чем-то, конечно. Почему такой звук, когда я пытаюсь использовать ускорение? Как будто я выплываю из воды. Ом-ном-ном-ном, я пришел вас кушать. Человечий бургер. О, миссия завершена, 6 из 9. Нормально. Так, аккуратнее. Мне кажется, надо уже дальше двигаться. Здесь уже еды мало осталось. Но мне кажется, там какие-то более улучшенные акулы нам встретятся, и они могут нас покарать. Блин, мины дурацкие еще. Так, спокойно плывем. А, да, здесь течение, я помню. Но мы, по-моему, его можем преодолеть, насколько я помню. Дайвер такой мимо проехал, да я не успел его схватить. Так, пытаемся пройти через течение, твою мать! Лакомые кусочки. Опять золотая лихорадка. Кажется, во время золотой лихорадки при этом еще и мины уменьшаются. И вообще все угрозы, они становятся меньше и не работают на тебя.
Хотя мины, может, и взрываются. В мины еще я не пробовал при золотой лихорадке врезаться. Нифига себе, эта маленькая мина сносит достаточно много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дайверы что-то выпендриваются на меня. Хорошо, что не в мину хотя бы. Так, что тут у нас есть? Ой-ой-ой. Это тунец, подождите. Это не опасный противник. Он не может тебя сожрать. Так, это маленькие тунцишки, как я понимаю. Глубоко, главное, не заплывать. Там реально может быть какая-нибудь страшная... Ой-ой-ой-ой, вот о чем я и говорил. Да твою мать! Я ее даже не видел. Просто меня убила та фигня, которую я даже не заметил. Но у нас, тем временем, новый рекорд, как я понимаю. И почти максимальный уровень. Осталось последнюю полосочку только накопить, и будет зашибись. Так, мы, наверное, можем позволить себе еще парочку прокачек. Давайте возьмем ускорение, возьмем укус. Ну и, наверное, еще скорости. Жалко, тут здоровье нельзя прокачивать. Может, тут как-то перелистывать можно, но вроде нет. Ладно, поехали. Обновляйте акулу, чтобы разблокировать. Бла-бла-бла, я понял вас. Монет самоцветы. Итак, я готов. Вот эти мины, вот та мина мне почему-то пол хп снесла, вот эта мина мне четверть здоровья всего снесла. Да отвалите вы. Давайте еще этот, да. Еще меня этот кактус ужалит. Не кактус, а как его там. Да твою мать. Скат, во, вспомнил, как называется. Так, иди сюда, мой золотой друг. Ай, как вкусно. Да твою мать. Чувствую, эта катка будет быстрой. Хотя нет, я вроде отхилился нормально. Так, кто тут у нас обитает на дне океана? Интересно, а что здесь находится, если я вот сюда, к примеру, пойду? А, здесь тупик, окей. О, Грааль, отлично. Так, ну и здесь тупик уже, окей. Там дайвер был или мне показалось? Так, какого хрена ты вылупаешься на меня? Ты меньше меня в 10 раз. Ладно, может не в 10 всего, в парочку, но... Тем не менее. Чё-то куда-то я заплыл в какие-то лабиринты этих камней. Так, сюда не пройти, но здесь тупики, видимо, окей. Надо возвращаться назад и проплывать либо через верх, либо еще здесь хавать все. Чё так много дамажа-то, а? Такое ощущение, чем дольше игра продолжается, тем больше дамажат противники меня. Хотя, может, мне просто кажется. Летучих рыб хаваем. Ом-ном-ном-ном-ном-ном, человечишка. Так, черепашки, золотые рыбки. Интересно, стоит ли вообще гоняться в этой игре именно с золотыми рыбами, либо просто жрать все, что есть на твоем пути? Не обращай внимания на то, золотые они там, не золотые. Так, я бы рыб-львов здесь сожрал всех, чтобы они не мешали мне пройти сюда. Ау! Так, здесь лучше пока ускорение не юзать. Потому что здесь и медузы, и мины. И все вместе.
О, вот этот хил. Блин, дайвер, он стреляет по мне. Ладно, пофиг. Я уже мертв. Здесь еды не осталось, а очень много мин и всякой дичи. Надо было вниз, наверное, плыть. Мы получили максимальный уровень? Нет, еще не получили. Мы мало заработали. Мы недолго прожили с вами сейчас. Поэтому награды весьма посредственные. Мы даже нам даже, наверное, на улучшение не хватит, да. Ну ладно, поехали еще одну катку. Мне бы хотелось полностью акулу прокачать, на самом деле. Рекорд у нас пока сегодняшний 8 минут 7 секунд. Ну не только сегодняшний, вообще, наверное, за все время в том числе. Да господи! А, это наш акуленок, я его сожрать пытался. Я думаю, что-то он заметно так на меня похож. Так. Может мне забуриться сейчас в эту сторону? Здесь, правда, опасно, здесь большие мины. Но если снизу проплыть, еще более-менее безопасно. Но я, наверное, в этот раз пойду сюда, потому что здесь я не часто бываю, вот именно с этой стороны. Ай! Прямо на нее наткнулся. Они здесь просто так плавают, нифига себе. Нормально вам, наверное. Так, мину вроде не задели, уже хорошо. Я могу даже без ускорения спокойно догонять черепах уже. Могу я захавать что-нибудь по пути своего странствия через полет? Видимо, не особо. Так, меня отравили эти штуки, но зато я нашел тунтишку. Да твою мать! Они могут меня кусать, но они мне урона не наносят в золотой лихорадке. Чертовы маленькие акулы. О, акула-молот! Я хочу ее съесть. Кажется, я слишком слаб для этого. Нет, я умер. Блин, я пытался ее сожрать, но она почему-то не кусала эту акулу-молот. Возможно, из-за того, что я в бок упирался, надо было именно бить ее сбоку. Бонусные объекты 0 из 15, бонус предметов 0%. Ясно, понятно, короче, вот это вот. У нас, кстати, разблокировалась акула-молот, но нам надо еще эту прокачать, как бы. Давайте мы еще и прокачаем ускорение. Пойдем дальше. Еще 3 прокачки, а потом будем либо на новую акулу копить, либо на шмотки для нашей акулы. Я бы, конечно, новую акулу все-таки разблокировал, потому что нет смысла для слабых акул покупать сразу крутые шмотки. Мне кажется, стоит именно на акулу накопить. Возможно, даже не стоит вообще прокачивать акулу. Но мне как-то более удобно, когда я могу захавать что-то большое, чем когда я просто бегаю с минимальным здоровьем, с минимальным уроном и как бы с минимальной скоростью. Это достаточно тяжело тогда уворачиваться от всяких жирных чуваков. Опять эти хрени, которых я почему-то не могу захавать. Видимо, из-за того, что я акула более низкого ранга, я не могу с ними справиться. Так, вот эту штуку я бы съел. Добрый вечер. Я диспетчер. Так, подожди, ты никуда не уйдешь уже. Так, здесь плаваем аккуратно, ибо здесь есть акулы-молоты. Ой, тунец есть. Нормальная тема. А наш акуленок, интересно, может есть тунец, или он не успевает за ним? Блин, меня кусает всякая дичь. Да долбаные морские котики! Отпусти меня! Блин, золотая мания золотой мании. В итоге ничего не сожрал из-за долбанного чувака, который вцепился в мой хвост. Какого хрена вообще морские котики едят акул? Это вообще... такое есть?
Это что за хрень? Удильщик какой-то. Ау! Они меня просто толпой окружили. Удильщики, ясно, они опасные весьма, я понял вас. Окей, окей. У нас уже максимальная прокачка. Золото мы вообще не получили на этот раз, вообще нисколько. Ну погнали еще раз сыграем. Надо хотя бы на укус максимально прокачать. Может тогда я буду акулов-молотов прокусывать. Ну что-то я сомневаюсь в этом. Сразу скаты? Вы что, с ума сошли? Я могу, конечно, их хавать, но это достаточно сложно. Блин, я хочу все-таки попробовать акулу молота сожрать, честно говоря. Еще раз. Я понимаю, что, скорее всего, не смогу это сделать, но попытаться хочется. Нет, я пошутил, не бейте меня. Ясно, акулу молота мне не сожрать из-за того, что я акула более низкого ранга, я не могу справляться с теми акулами, которые более высоких рангов. Так, восстановили здоровье. Как я понимаю, вот эти вот чуваки, которые с носами, они убегают, но при этом, если они в тебя врезаются, если они плывут на тебя, то ты получаешь урон от этого. Так. Ау. Ау. Давайте подлетим немножко. Ой, я захавал кого-то на пути и восстановил себе здоровье. Зашибись. Здорово, мина. На косяк акул нарвался. Они, конечно, могли бы меня загрызть, но они были ко мне спиной, поэтому я с ними легко справился, более-менее. Иди сюда. Погнали, короче, там, где удильщики, попытаемся с ними еще раз сразиться. Надеюсь, в этот раз мы выиграем. Блин, надо бы похавать перед этим. О, нормально, еда пошла, подошла ко мне сама. Так, здесь тупик, подождите, а где был этот спуск вниз? Вот, вот здесь? Нет, видимо, выше. Нет, акула-молот, отстань. Я понимаю, что ты сильнее меня, и ничего не могу с этим поделать. Вау, белая акула чуть меня не съела. Это, как я понимаю, акулы, знаете, которые у меня были в начале. То есть, самая первая акула. Интересно, акула-молот может есть акул-молотов? Или они типа союзники? Я сомневаюсь, что они союзники. Так, рыба-лев. Ну, пока нормально живем, в принципе. Иди сюда! Так, я хочу съесть вот эту шнягу. Я могу акул молотов есть только в этом. В золотой лихорадке, я понял. Тунец. Да какого хрена? Долбаные дайверы. Да отстаньте вы от меня. Это что за хрень еще? Че это такое? Это медузы тоже какие-то, только более жесткие. Ау! Но я выжил тем временем. Еле-еле, но выжил. Так, все, нет, еще одну я не переживу. Так куда я заплыл вообще? Ой-о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 й
кого-то. Блин, надо как-то там прорваться или что-то типа того. Отвали! Да, видите, пишут, акула побольше нужна, чтобы сожрать этих акул. Ну, тут молотоглавы и куча мин, и еще эти акулы. Ясно, в ту сторону идти не очень перспективно, как я понимаю теперь. Ну, окей. Окей. Будем идти тогда влево.
Ой, вправо. Была долбанная реклама, в общем-то. Но стоит отметить, она здесь не так часто всплывает, как в каких-нибудь других играх. То есть раз на несколько каток она всплывает, то есть ты можешь поиграть там две катки по 8 минут, и у тебя не будет рекламы. Это офигенно. А просто есть некоторые игры, в которых каждую минуту игра всплывает, или даже каждые 30 секунд. Это вообще ужасно просто. В том же The Walking Zombie, если ты 5 минут побегаешь по локации, потом ты зайдешь в этот, как он называется, нажмешь инвентарь, либо зайдешь в торговцу, или типа того, у тебя сразу же будет куча рекламы. Так, хаваем. А шкала золотой лихорадки не уменьшается со временем? Сама по себе. Так, немного еды еще никому не вредило. Вот там маленькие акулки снизу. Они могут, кстати, на меня нападать и даже сильно меня дамажить. О, прошел. Ау! Да отвалите вы от меня, господи, долбаные тюлени. Интересно, а есть такие акулы, на которых уже тюлени не будут рыпаться? То есть не будут атаковать их. Долбаные дайверы. Еще и медузы здесь. Вообще офигеть. Так, Пизанская башня, зашибись. Я плохо еще знаю локации, поэтому не знаю, где лежат каждые из всяких шмоток прикольных. А еще не понимаю, акула, если она сжирает определенное количество еды, она вырастает вообще со временем? Мне просто иногда кажется, что вырастает, а иногда кажется, что нифига не растет она. Еще одна золотая лихорадка. Но, блин, рядом ничего нету, чтобы золотой лихорадкой пользоваться. Так, ну здесь достаточно безопасные дайверы. Они меня не атакуют вроде бы. А вот эти вот уже поопаснее будут. Да, для того, чтобы ломать эти штуки, нужны реально акулы просто больше. Блин, там еще молотоглав был. Погнали, короче, в эту сторону. Сейчас накопим себе побольше силы и сделаем небольшой рывок вперед. Готово. Так, мне нужно поесть, поэтому простите, дайверы. Да отвалите вы от меня, господи. Все, перекусили. Можно двигать дальше. Я бы выплыл на самом деле куда-нибудь на поверхность. А, тут никого нету. Ой, подожди, там крабы есть. Прямо по берегу проскользил. Ой, аккуратнее, подождите, там был этот. Да, меня, видимо, в золотой лихорадке даже бомбы не дамажат. Либо дамажат, но слабо. Я тоже вроде не дамажит особо. Ау! Ам-нам-нам-нам-нам-нам-нам! Золото! Мне нужно золото! Мне кажется, я уже даже оборзел в некотором плане. Ну да, да, я тебя понял. Вот здесь еще бегает эта вот дурацкая акула. С ней тоже особо не повоюешь, так скажем. 4 минуты 24 секунды, нормально, в принципе. Пойдет. Видите, сейчас реклама, она не показалась, хоть я играл, по сути, 5 минут. Давайте мы... Нет, вооружить это, наверное, пока рано. Я хотел бы прокачать сначала свою акулу. Я не то улучшение приобрел, ну ладно.
Так, поехали дальше. Я думаю, сегодня мы с вами просто прокачаем акулу, а на новую уже в следующей серии накопим. Акулку. Надеюсь, по крайней мере, что накопим, если будет вести. Ам-нам-нам-нам! Ай! Никуда вы не уйдете, никто не уйдет! Ах ты, скотина! Ладно. И как я должен вот здесь увернуться от этой мины? Почему она на берегу на самом? На пляжу, можно сказать. Офигеть. Нормально, люди, купайтесь, спокойно все будет. Только мина у вас на берегу лежит. По пояс зайдете, все, капец. О! Дайверы, дайверы, это хорошо. Набиваем, набиваем золото. О, вижу золотого дайвера. Это вкусно. Не уйдешь! Так, подожди, куда это там побежали вы, а? Никуда никто не уйдет, расслабьтесь. Полетать можно, кстати, немного. Так, золотая лихорадка, надо жрать как можно больше рыб. Блин, не успел доплыть до скопища этих, как они называются, рыб-львов. Так, я хочу полетать, ничего не знаю. Ой, что-то сожрал по пути. Ау. Кстати, здорово. Ам-нам-нам, прямо в ротик мне скатилось, молодец. Интересно, если я хорошо так разгонюсь, то я подлечу выше, чем можно. Нет, не особо. Так, я немножко проголодался, мне надо поесть. Ай, твою мать! Твою мать просто! Я забыл, что здесь дурацкая мина стоит. Обидно. На самом деле, обидно. Ну ладно, чё ж, поехали дальше. Не особо много мы золота, конечно, заработали на этот раз. Ну ладно. Так, давайте мы хотя бы прокачаем себе укус. Я думаю, после следующей катки, если повезет, мы нафармим на последнее улучшение. Прокачаем себе скорость. И у нас будет максимально прокачанная акула. Я готов. Ну давай, убейте меня еще в начале игры. Блин, он уже превратился в этот, в шарик. Ом-ном-ном-ном-ном. А не здесь ли случаем сундук лежит? Я даже если здесь, я не помню где. Ом-ном-ном. По-моему, где-то вот здесь он лежит. Да, вот он. Отлично. Халявное золото еще никому не вредило. Нифига себе, какая огромная черепаха. Ау! Такие маленькие рыбки не утоляют мой голод. А вот дайвер, да? Блин, где рыба? У меня золотая лихорадка, я хочу есть рыбу. Интересно, есть акулы, которые смогут вот этих рыб-львов есть? У которых какой-то там, я не знаю, иммунка какая-нибудь есть или типа того? Долбаные морские котики. Да отвалите вы от меня.
Ам-нам-нам-нам-нам! Ой, аккуратнее. Интересно, если я буду только тереться на стартовой локации, что будет? Здесь перестанут спавниться рыбы или что вообще? Ам-нам-нам-нам-нам! Идите сюда! Крабики? Блин, жалко, в золотой лихорадке нельзя есть медуз, было бы прикольно. О, привет, рыбак. Ам-нам-нам-нам-нам-нам! Не достаю. Не хватает ускорения! Я умру сейчас! Да долбаные медузы! И рыбы, которые плывают прямо в медуз. Засранцы. Окей. В принципе, немного на этот, в этот раз собрал бабла. Поэтому мне, возможно, хватит на последний грейд час. Но мне так кажется. А нет, смотрите, мне не хватает. Еще сотку не хватает. Обидно. Ну ладно, сейчас накопим. Ничего страшного. Поехали. Нам надо 550 вроде, да, если я не ошибаюсь? Ам-нам-нам-нам-нам-нам. Пошлите на берегу, похаваем. Там, говорят, много еды. Так, и крабиков доедим. Ну, конечно, опять же, мина. Сзади почему-то респавнится на берегу. Да какого черта? Эти тюлени такие прилипчивые, то есть если они еще нападут на тебя, они прилипнут, как скат этот дурацкий. Так, мне надо восстановить здоровье, поэтому я крабиков поем. Они неплохо восстанавливают голод. Косяк рыб! Подожди, а разве здесь эта клетка была? Люди ничего не подозревают, а я тут появляюсь и сжираю их. Так, ладно. Я застрял, помогите. Нормально. Так, погнали на берег, может там что-нибудь новое зареспавнилось, там люди. Ну, девушка, ну куда вы? О, чайки. Чайки это приятный обед. Нет, видимо, здесь не так часто респавнится еда, и поэтому... Серьезно, я просто попал в косяк этих чуваков, и они меня просто разорвали на куски за пару секунд. Ну, я вас понял, окей. Но зато сейчас нам хватит уже на прокачку. Так, давай сюда я куплю себе последнюю прокачку, это улучшение скорости. Все, акула на максимуме. И теперь остается только копить на новую акулу, либо на улучшение, одно из двух. Но, скорее всего, я буду копить именно на новую акулу. Начнем сегодня, а продолжим уже попозже. В следующей серии. Потому что за сегодня мы точно не успеем с вами накопить, она дорогая достаточно, эта акула. Сколько там, 6 тысяч вроде стоит? Иди сюда! Это, кстати, молотоглавая акула будет. Отлично, поймал все-таки. И тебя я сожру, и тебя, все будете моим обедом. Блин, здесь никого нету на этот раз. Ау. Так, морской котик, опять медуза. Больно-то как? Бонус увеличен. О, золотая лихорадка, и я нарвался на стаю небольших акул. Интересно, если я попробую разогнаться и выпрыгнуть из воды. Я подлечу, да, я подлечу. Не сильно, правда, но...
Как уж получается. Ой, я не хотел лететь. Да твою мать, долбанный вертолет, я его даже сожрать не могу. Ну не вертолет, а как эта штука называется? Параплан. Постараемся в этой катке прожить как можно дольше. Если проживем достаточно долгое время, ну хотя бы минут 5, будем потихоньку заканчивать с вами. Так, еда. Хорошо. Дальше я не хочу на самом деле идти пока что. Да, мне пофиг на мины, если я в золотой лихорадке. Я специально проверил сейчас это. То есть я могу спокойно с собой сшибать мины, чтобы... избавляться от лишних препятствий на моем пути. Да какого черта? Все, что возможно, с собой взорвал. Блин, что так мало акулы восстанавливают, кстати? Энергии. Ну, голода, в смысле. Ты охренел, что ли? Вообще обнаглевшие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. До свидания. Что-то мне кажется, сюда мне пока рано, потому что акула не внушает на самом деле какого-то чувства безопасности, что ли. Блин, как же они дамажат сильно, но при этом сами ничего практически не дают тебе по голоду. Так, опять я выплыл сюда. Так, мне нужна еда какая-нибудь. Блин, придется плыть дальше, потому что нужна еда. Я понимаю, здесь меня могут захавать вообще в легкую. Нет, я не хочу умирать, еще рано. Еда, еда, еда. Все, отлично, отхилился, нормально. Суки. Но я их захавал всех, отлично. Так, не наглейте, пожалуйста. Да долбанный золотой дайвер. Поехали дальше. Там нас точно разнесут. Сейчас эта огненная акула там вроде находится. Или она вообще на предыдущей локации. То есть здесь сейчас плавал. По-моему, она здесь находится, чисто за течением. О, отлично. Интересно, в золотой лихорадке могу ли я захавать ту большую акулу? Видимо, потому что акул молотов я могу есть, могу ли я захавать огненную акулу в золотой лихорадке? Ай! Мне нужна еда какая-нибудь. Какая-нибудь жирненькая. Блин, не удалось захавать этого парашютиста. Много. Окей, ну ладно. Собственно, 800 неплохо, кстати, на самом деле, по бабкам. Можно еще рекламки смотреть, увеличивать таким образом свой, как его, капитал. Я, возможно, кстати, за кадром поиграю еще, то есть, но я не буду ничего покупать за кадром, я просто хочу пофармить за кадром голды, чтобы вам потом не пришлось смотреть. Но если, конечно, у меня будет время, не факт, что я успею, но вдруг, если у меня появится свободное время, то я поиграю, собственно, и нафармлю немножко голды вне записи, вне серии. И чтобы потом сразу вам при вас купить новую
Вакулу сразу же ее улучшить немного. Или, может быть, какие-нибудь шмотки купить, показать тоже на запись. Ну, в общем-то, золото, если будет время, я пофармлю. Но на этом я пока буду заканчивать, так что большое спасибо вам за просмотр. А с вами был Ник, удачи, до скорых встреч, и мы еще увидимся. Следующая на очереди — Акула Молот. Пока-пока.